К сожалению, у меня нет перед собой листа, на что бы я могла равняться. Я сейчас это сейчас сделаю. Это. Вы имеете в виду их предыдущие результаты? Или чьи-то нет, другие результаты. Я могу сказать. Прекрасно. Как вам финал Гран-при подойдет? Да. Так, финал Конечно. Гран-при. Только не юниорский. Короткий танец. Взрослый. Ну, предположим. Кабанова Анастасия и Бабин Николай. Стюшор Олимпийц, Московская область. Денис Самохин. У Боброва и Соловьева на финале Гран-при на 7 баллов было больше. Боброва Соловьев, бронзовые призеры чемпионата Европы. До этого была поддержка исполнена. Слабый уровень исполнения элементов. Они во второй раз принимают участие в чемпионате России. Да. В прошлом году второй они раз. Были восьмыми. Ну, в связи с тем, что у нас 10 участников, я думаю... Хотите посмотреть оценки Манько?